Ребята, образцовая вообще школа 58-я города Калининграда была открыта 1 сентября 2021 года. Здесь, в этой школе, есть скалодром, бассейн, перед школой спортивная площадка, плюс беговая дорожка вокруг школы, то есть круто. И там еще находится футбольное поле, баскетбольное, то есть вообще очень круто. Плюс даже вот здесь вот автостоянка для сотрудников школы с 7 до 9 часов вечера. Вот такая крутая просто школа. И много-много там чего, то есть я слышу, что много интересных занятий. Прям супер. 58-я вот школа.